Всем привет! Я какое-то время назад, ну буквально недавно, вернулся из Франции со стажировки. 6 дней я провел в ресторане 3 звезды Мишлен. Это вообще высшая степень. Что-то упало. Высшая степень оценки работы ресторана и самого ресторана, шефа и так далее. Вернулся вроде недавно, а что-то в работу так окунулся, как будто это вообще было давно и неправда. Я сегодня решил вам показать буквально одну технику, которую я, и такой один творческий элемент, который я зацепил там. Я, конечно же, набрался массу всего прочего. Но вот это вот отношение поваров к кухне. Вот эта скрупулезность, с которой они обрабатывают каждый продукт, как вот они это все внимательно, как вот они любя все это делают, у нас, конечно, таких ресторанов очень мало. Ну и, как правило, эти рестораны есть. И они такие статусные. Ну, то есть любой статусный ресторан, у меня в голове сложилось, любой статусный ресторан, он очень внимательно относится к тому, чем он кормит своих посетителей. Итак, значит, я начинаю. Это будет рыба. В меню есть подобное блюдо. Я лишь сделаю какое-то, знаете, такое свое видение этого блюда. Но сама идея, подача будет очень-очень похожа на ту, которая есть в ресторане Мишлен. Да, кстати, у меня даже есть фотография для вас. Вот примерно таким образом выглядит блюдо, значит, в ресторане Флакон де Сель в Межеве во Франции. Ну, а я сделаю его немножко по-своему. Первонаперво мне понадобится блендер и морковь. Морковь в фольге. Я сбрызнул небольшим количеством яблочного уксуса. Сбрызнул чуточкой кунжутного масла, потому что кунжутное масло очень хорошо подходит к моркови. И добавил растительного, ползубчика чеснока, соль, перца не добавляю, для того, чтобы пюре, которое я буду делать из этой морковки, получилось однородным и без всяких вкраплений. Так, морковочку, вот она у меня, видите, она мягкая, испеклась, все дела. Я отправляю, так, не туда, а в блендер. Буду делать морковное пюре. Морковное пюре — это гарнирная часть, ну, то есть, как картофельное пюре, морковное пюре, к рыбе. Рыба у меня совершенно русская, судак. Во Франции такой не водится, но они используют арктического гольца. Ловят там его, выращивают где-то. Ну, он похож такой, что-то среднее между речной форелью, это же родственники, и горно-ручевой форелью. Рыба пресная, без яркого вкуса. Но она, в общем, может быть, оно и не надо ей. Соль. Так, добавляю сюда сливки, 33%. Что-то я насвинячил. Вот так вот, 33% сливочек добавляю. Ё-моё, вот свиноферма. Нужно сюда добавить немножко чабреца. Но смотрите, в чем смысл? Это гелевая основа и натуральный экстракт чабреца. В мишленовских ресторанах, во-первых, я им отвез подобного рода ароматические гели. Во-вторых, это не реклама, как бы видите, no name, ничего нет, никакой упаковки, просто бутылочка. Это мои друзья делают. Это позволяет делать пюре без вмешательства всякой серой массы. Ну, то есть, если вы берете тимьян, например, живой, он прекрасно пахнет, добавляете сюда, пробиваете, получается мусор. Листочки пробиваются, какие-то нет. Вкрапление. Чтобы вкраплений не было, в частности, в ресторане Флакон де Сель используют там в одном из соусов натуральный экстракт петрушки. Для того, чтобы соус при тепловой обработке, петрушка теряет свой аромат, а экстракция позволяет ему держаться. Так и здесь. Мы добавили тимьян, а визуально как бы тимьяна нет. Так, закрываю, взбиваю. Добавляем немножко кипяченой воды. Когда мы добавляем сильно много сливок, белое становится пюре. А мне нужно, чтобы оно хотя бы было такое, слегка розовое. Пюре получается немножко неоднородное, потому что у нас здесь... но очень вкусное. Я сюда добавляю немножко апельсинового сока, буквально 2-3 столовые ложки.
Морковке не хватает сладости и кислоты. Но для того, чтобы пюре сильно не разжижалось, скажем так, оставалось стабильным и стало более однородным, я добавлю ксантановую камедь. На кончике буквально вот такое количество. Ксантановая камедь – это эмульгатор. Я отправляю сюда. В ресторанах используется, в любых ресторанах, 3 звезды, не 3 звезды, используется ксантановая камедь для того, чтобы делать пюре более равномерное. То есть гладенькие-гладенькие, красивые-красивые. Это можно сделать еще одним способом, например, без ксантановой камеди. Можно взять пюре, заложить его в металлическую емкость, в шокере заморозить до льда. Вот такое пюре. И потом отправить в пакаджет. Пакаджет – это такая... такой комбайн, который своими ножами перемалывает лед. И когда ножи проходят внутрь до дна и поднимаются наверх, получается однородное мороженое. Вот вы мороженое едите. Некоторые мелкие предприятия делают мороженое не с помощью мороженец, а с помощью пакаджета. В ресторанах очень часто делают сорбеты с помощью пакаджета. То есть это та штука, которая пробивает лед так круто и мелко, что он превращается в такую массу. Можно таким же способом делать и пюре. Вот. Ну а можно добавить ксантана. Чуть-чуть пробить его, и он, соответственно, будет однородный, нежный. Такой прям объединит молекулы жидкости и молекулы твердого вещества в одну структуру. Как только пюре превратилось в однородную массу, просто в величайшую, нежную, крутую штуку, нужно его переложить в сотейник. Для того, чтобы прогреть, пюрешка получилась, смотрите, какая прям однородная, крутая, классная, вообще суперская, мега удивительная. С таким вкусом апельсина, тимьяна. Ну и сама по себе морковь со сливками уже представляет из себя вкуснейший гарнир. Видите, пюрешка какая однородная получилась вообще прямо. Теперь я сюда кладу кусочек масла сливочного. Так делают французы. И отправляю на плиту на медленный огонь для того, чтобы она прогревалась. Значит, французы пекут хлеб сами в рестике для того, чтобы ставить его на стол гостям. В частности, вот в ресторане «Три звезды Мишлен» они сами пекут хлеб. Хрустящие французы вообще фанаты хлеба. И для них самое главное, чтобы хлеб был свежий. Желательно испечен там пару-тройку часов назад. И самое главное, чтобы была очень воздушная мякоть и хрустящая корка. Все остальное шняга. Но мы же Россия. Мы же любим бородинский. Плотный хлеб. Такой прям. Я даже сегодня выбирал, говорю, дайте мне поплотнее. Нужно взять ножичек потоньше. И нужно отрезать. Знаете, идеально получается, если резать на слайсере. Предварительно хлеб замораживают в шокере, в аппарате шоковой заморозки. Ножом, блин, тяжело как его резать, так тонко. Ёшкин кот. Глядишь, с 10-го раза и получится. В общем, замораживают его в шокере и потом нарезают на слайсере. С помощью слайсера. Тонюсенькими, прозрачными лепестками, как бумага. Я уже извел изрядно хлеба. Ну, типа того. Тут один кусок толстый получился, другой тонкий. Значит, в попытках извести, превратить свою кухню в подобие мишленовской. Значит, он извел 4 булки бородинского хлеба. Короче, мне нужен мега тончайший слайс хлеба. Хрен там, пока не получается. Морковное пюре, во-первых, имеет великолепнейший цвет. Смотрите, какое. Во-вторых, оно уже почти прогрелось. Да что ж ты будешь делать? Так. Ну, что-то вроде того. Значит, смотрите, ну что-то вот вроде того. Более-менее похоже, хотя серединка толстоватая. Вот должна быть вот такая вот прозрачная фигня.
Давай еще пару-тройку попыток. Видите, вручную нарезать это максимально сложно. Максимально сложно, но можно. Пусть это будет вот такой тонюсенький кусочек хлеба. Я сейчас повыбираю, попробую. Хотя хлеб, конечно, не бородинский у них, понятно. У них там хлеб какой-то, знаете, похожий такой на... Если кто-то видел, сэндвичный хлеб уже нарезанный. Харрис есть такой. Он непонятно вообще, из какой бумаги сделан, но, тем не менее, вот из чего-то подобного они нарезают тонюсенькие, белые, прозрачные кусочки для того, чтобы готовить блюдо. Все, пюрешка, от пюре идет пар. Это значит, что она готова. Рыбка у меня, судачок, филешечка. Смотрите, какая свежайшая, классная филешка судака. Для приготовления того блюда требуется любая часть. Ну, то есть, во-первых, рыба должна быть без чешуи. Она у меня без чешуи. Обязательно с кожей. Обязательно. Здесь все должно быть срезано лишнее. Все плавниковые зоны. Чтобы ничего здесь плотного не оставалось. Раз. Одну часть. Вот такую. Вот. Ну, примерно почти что одинаковые части на шкурке мы берем вот такие два кусочка. Вот смотрите, в чем смысл как бы этой всей процедуры. Вот этот кусок рыбы со стороны кожи нужно слегка смочить водой. Теперь сюда нужно приклеить пару листочков, например, зеленого базилика. Теперь вот с краешку просто вода быстро высыхает. Вот смотрите, что мы делаем. Я беру рыбу и кладу ее вот таким образом на хлеб. Я ее приклеиваю кожей к хлебу. Почему, для чего и зачем? Да для того, чтобы позже, когда я буду ее обжаривать, хлебная хрустящая корочка делала, помогала рыбе стать вкуснее. Ну то есть, почему рыба с хлебом вкуснее, чем без хлеба? Потому что корочку из кожи сделать невозможно. Она будет отсыревать от самой рыбы и хрустящей не станет. Здесь должна быть либо панировка. В моем случае хлеб и является той самой панировкой. Только судак, русская рыба с бородинским хлебом. У них там шевалье. Это вот арктический голец. Он идет на белом таком прозрачном хлебе. Дальше у нас такой план. Я разогреваю сковороду. Отправляю туда кусок масла сливочного. Французы все жарят на сливочном масле. Совершенно все. Единственное, в чем отличие, рыбу и мясо они жарят на топленом в перемешку с обычным сливочным. Ну, для того, чтобы там сильно обжарить или еще что-нибудь. А овощи они жарят на обычном сливочном масле, не топленом. И вот эту рыбу они также жарят не на топленом, а на обычном сливочном масле. Значит, они бросают кусок. Как только он расплавился и масло начинает шкварчать, отправляем туда рыбу. За это время рыба полежала у нас и приклеилась к хлебу. Сейчас мы ее дальше, так сказать, доклеим. И важно, очень важно, чтобы хлеб именно жарился. Но только нужно понимать, что судак со своей толстой кожей, возможно, начнет выгибаться при нагревании. Чего не делает голец. Вот зараза. Поэтому его надо придавить. Придавить, чтобы кожа прижарилась, пристала к хлебу. Теперь смотрим сбоку. Давай вот так, наверное. Смотрим снизу, сбоку смотрим, как снизу рыба начинает белеть. То есть она готовится. То есть вот смотрите, видите, она белая становится. Продолжаем ее греть на огне. На небольшом огне. Как только у нас до половины побелела рыба, ее нужно перевернуть. Аккуратно. Не разломав всю конструкцию. И снять с огня. Все, пусть она доходит.
Бородинский, конечно, такой своеобразный хлебушек. Но корочку мы получили. А это значит, что не все потеряно. Быстро делаем конкассе из томата. Конкассе нам нужно немного, на подачу только. Поэтому сразу же очищаем помидор от шкурки. Вот таким образом. Дальше нужно убрать сердцевинку. Остается только мякоть. Убрать семечки, убрать лишний сок. Все, это все в мусор, в суп, в навар, в бульон, куда угодно. Томаты режем кубиком. Раз. Значит, к ним прибавляется огурец. Небольшое количество огурца, потому что огурец освежает. Огурец сюда же. И небольшое количество яблока. Тоже кубиком. Все сюда. Немного перца. Совсем чуточка соли. Пара капель трюфельного масла. Они, конечно, фигачат трюфеля. Прям на терке. Прям рубят все в трюфелях. Но это вот 2-3 звезды Мишлен. Они, конечно, славятся обилием трюфелей. Чего не скажешь о нас. А у меня здесь есть шампиньон. Шампиньон. Режем, режем, режем. Теперь поворачиваем и режем соломкой. Тоненькая соломка, режем шампиньон до наступления коричневой мембранки, которая находится под шляпкой. Эту соломку шампиньона, так как он выращивается в теплице, можно есть в сыром виде. Чего, в общем-то, французы не брезгуют и едят. Вообще не парятся. Мы тоже иногда так делаем. Шампиньон такая вещь. Тартарчик надо весь перемешать с трюфельным маслицем, со всеми делами. Яблоки, огурчики, помидорчики. Учтите, что все продукты должны быть исключительного качества, исключительной свежести. Просто так, что попало, в мишленовских ресторанах не готовят. Все начинается с пюре. Сначала идет пюре, затем идет рыба. Значит, рыба у нас идет вот сюда. Раз. И вот сюда два. На рыбу у нас идет соломка из шампиньонов. Дальше идет тартар из свежих овощей. А дальше украшения и крес-салаты. Ну, во-первых, все лишнее отсюда. Во-вторых, нужно добавить белый и черный кунжут. Потом обязательно нужно добавить, здесь у меня лук резанец. По одному листочку щавеля. И у меня здесь есть еще огуречная трава. Я не помню, как она называется, но как бы, если заморочиться, можно отыскать ее. Ага. Название огуречная трава, так можете погуглить прям. Есть такая штука. Огуречная трава. Да, у меня здесь, в общем, сумах. Это могла бы быть, я чуть не сказал, ваша реклама здесь могла бы быть, да. Но здесь могла бы быть пудра из свеклы, например. Что-нибудь красненькое сюда добавить. Такое. Все, я думаю, этого достаточно. Ну, то есть, примерно вот таким образом складывается блюдо не только мишленовского ресторана, но и какого-то, знаете, такого даже в России у нас очень прикольно и красиво подают есть шефы. Врать не буду. Ну, акцент я взял из 3 звезды Мишлен. Да, с хлебом еще надо поработать.
С рыбой все понятно, ничего работать не нужно. Овощи, крест-салаты у нас продаются. Ну, в Москве, в Питере можно найти. В регионах сами ребята выращивают и в рестораны ездят. Предлагают, визиточки дают. Есть вид бизнеса во многих городах-миллионниках. Знают людей, которые выращивают всякий разный крест. В общем, имея красивую посуду, в мишленовских ресторанах она авторская, как правило. У меня не мишленовский ресторан, но моя супруга, красавица, жена, делает удивительные тарелки. Далее, нужно все разбирать по цветам. Это важно. Чтобы пюре или гарнирная часть были одного цвета. Чтобы все было ярко, стильно, молодежно. Красные, зеленые, вкрапления, тут всякие штучки, дрючки, порошочки. Дегидрируют остатки шкурок томатов. Все это пробивают через сито. Все используют для создания цвета, гаммы, вкуса и, в общем, некого такого намека на шедевр. Вот. За что и дают звезды Мишлен, видимо, так я подозреваю. За усидчивость, за стремление, старание и за классные, интересные блюда. Вот. С чего начать? Сложный вопрос. Когда на красивой тарелке лежит красивая еда, конечно, не сразу и не сообразишь. А начинать нужно со всего вместе. Нужно взять кусок рыбы вместе с хлебом, отломить сюда его. Ну, тартарчик сразу следом. Хруст, рыбка. Нежнейшее морковное пюре. Выглядит все это потрясающе. Ну и все. Хлеб только не хрустящий. Ну, он местами хрустящий, местами нет. Ого. Да, вот край, где висит, хрустит. От рыбы увлажняется. В любом случае, конечно, это гламурненько. Вкусно. Прикольно. Ну, мне еще до 3 звезд Мишлен далеко. Но могу вам сказать, что мне в этом ресторане понравилось. Я для себя кое-что намотал на ус. Не на ус, а на уши. Как говорят, мотай на уши. Когда усы вырастут, перемотаешь. Так и я. Намотал на уши. Усы вырастут, перемотаю. Ну а вам, в общем, есть пища для размышления. Есть красивая картинка. Есть, поверьте мне, великолепный вкус. Но еще раз повторяю, продукты должны быть исключительные. Исключительного качества, исключительного вкуса. Тогда все вместе превращается в феерию. Ну а вам, дорогие друзья, я желаю удачи. Пишите комменты, оставляйте лайки, дизлайки. В общем, что хотите, задавайте вопросы. По мере их поступления я их буду решать, конечно, не завтра. Но мы стараемся с моей командой и... Все с той стороны камеры передают вам привет. Пока!